Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Германии в 6.00 по GMT. И после этого переключим внимание уже на канадскую статистику по рынку труда в 12.30 по GMT. Это важнейший отчет, который меня интересовал в рамках текущих 5 рабочих дней, потому что по канадскому доллару пока мы не получаем того, что хотелось бы увидеть. Но расчет был сделан на то, что канадские данные по рынку труда, скорее всего, разочаруют и, соответственно, вернут на рынок спекуляции вероятности дополнительного смягчения национальной монетарной политики, что должно будет усилить распродажи этого инструмента. Поэтому по паре доллар-канадец я напоминаю, друзья, то, что все еще остаюсь в длинных позициях и допускаю возможность и вероятность роста этого дуэта активов в район сопротивления 1.4. Индекс доллара текущей котировки 103 пункта РОН. Вчера мы ждали отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Фактическая цифра обращения за прошлую неделю 233 тысячи. Сравниваем со статистикой двухнедельной давности, когда было почти 250 тысяч. В целом, меньше, чем две недели назад, но показатель находится выше среднего и доказывает то, что сектор и данный сегмент американской экономики, рынок труда, демонстрирует признаки охлаждения, что тоже является вполне логичным, потому что ключевые индикаторы, такие как Non-Farm Payrolls и EDP, ранее уже подсветили, что в данном секторе все довольно-таки плохо. Общее количество обращений выросло до 1 875 000. И примечательно то, что после выхода очередного слабого отчета по американской экономике аналитики JP Morgan пересмотрели свои ожидания по поводу вероятности рецессии в США. И если до выхода этого релиза она составляла примерно 25%, то сейчас уже 35%. Напомню, что это оценка вероятности экономического спада в рамках этого года. Я не разделяю теорию тех, кто считает, что американская экономика верно приближается к этой пропасти, потому что, на мой взгляд, есть тоже нейтрализующие индикаторы, которые дают оценку тоже состояния экономики, ну хотя бы тот же ВВП, который указывает на то, что на самом деле есть за что зацепиться оптимистам и парировать, опять же, вот эти контраргументы со стороны негативщика, которые считают, что у американской экономики все плохо. Показатель ВВП во втором квартале оказался вдвое лучше, чем по итогам первого квартала. Мы теперь ожидаем выхода следующего важного релиза. Это данные CPI. Отчет по инфляции. Статистика будет опубликована на следующей неделе. Поэтому заранее хочу предупредить вас, то, что в рамках следующих 5 дней мы будем следить как раз за этим релизом и потом уже начнем готовиться к симпозиуму в Джексон-Холле. Тоже уже озвучивал дорожную карту будущих действий Федрезерва. На мой взгляд, мы увидим очередной показатель по инфляции ниже предыдущих, и это позволит Джерому Паулу анонсировать более агрессивное смягчение национальной монетарной политики. Отсюда моя точка зрения касательно перспектив доллара совершенно ни грамма не изменилась. Я за идею дальнейшего снижения. Если у вас есть контраргументы, вы считаете, что с распродажами доллара все уже покончено, и американская валюта перейдет к росту, обязательно пишите в комментариях. По золоту, друзья, дождались наконец-таки еще одной волны покупок. Текущие цены 2421 доллар за тройскую унцию. У меня лично эти цены вообще не вызывают никаких вопросов. Это нормальность, учитывая то, что происходит с долларом, учитывая то, что десятилетние облигации находятся на годовых минимумах. И сентимент хорошо сейчас меняется. Мы вот-вот упремся в красивые показатели по распределению большинства и меньшинства 70-30. Пока что на стороне большинство сейчас за снижение золота, 62% от трейдеров шортит этот металл, 38% соответственно покупают. Я советую также оставаться на стороне меньшинства, в данном случае покупателей, и ждать движения золота в районе 2450 и уже потом на новые исторические максимумы выше 2500. Евро против доллара 1.0923. Сегодня выйдут данные по инфляции в Германии. Важно будет понаблюдать за этим отчетом, за изменением годового показателя, потому что на основании данных по инфляции можно будет сделать выводы о инфляционной картине в рамках всей еврозоны. Ожидается рост показателя с 2,2 до 2,3. Соответственно, если инфляция действительно превысит показатель прошлого периода, это позволит нам говорить о том, что инфляционные риски в
рамках ЕС сохраняются, и на этом фоне Европейский центральный банк не будет торопиться со смягчением национальной монетарной политики. Это все так, если оценивать общий глобальный фундаментальный европейский фон. Но еще раз повторюсь, друзья, если вы торгуете парой евро-доллар, вы должны лучше разбираться не с тем, что происходит в европейской экономике, а в США, потому что именно доллар влияет на поведение европейской валюты. И здесь я уже анонсировал, озвучил свою точку зрения касательно того, что доллар может обновить новые минимумы, и это должно поддерживать позиции евро. Я за идею роста пары евро-доллара выше отметки 1.10. Доллар-иена 147.15. На этой неделе просто рекордная волатильность для этого дуэта активов, и рынок реагирует на каждое заявление, каждый комментарий, который связан с будущими действиями японского регулятора. То есть раньше мы увидели локальный рост, буквально позавчера по паре доллар-иена. Данный дуэт активов смог восстановиться с локальных минимумов, и все благодаря комментариям Учиды, который является заместителем главы Банка Японии. Его риторика была исключительно мягкой, то, что Банк Японии не будет дальше повышать процентные ставки, потому что не хочет провоцировать еще большую волатильность. И вообще это не нужно делать в условиях текущей нестабильности. Фондовый рынок на этом вырос, японский фондовый рынок, это оказало давление на курс национальной валюты. Но спустя сутки рынок все-таки пришел к выводу, что не Учида отвечает за японскую монетарную политику, а непосредственно глава Центрального банка Уэда. И когда он повышал ставку неделю назад, был четкий сигнал того, что это не предел, потому что первоочередная задача японского регулятора – это борьба с инфляцией, которая все еще остается высокой. Вчера вышли протоколы последнего заседания Банка Японии. Из этих протоколов следует то, что один из голосующих членов Банка Японии выступает за идею того, что нужно вернуть ставку к так называемому нейтральному значению для экономики. Сейчас для японской экономики это значение соответствует 1%. Учитывая то, что текущий уровень ставки 0,25, мы понимаем, что есть еще пространство для маневра, мягко говоря, есть куда расти. И идея того, что Банк Японии все же, когда ситуация устаканится, продолжит ужесточать монетарную политику, это то, что будет поддерживать именно японскую иену, не американский доллар. В общем, здесь ждем развития долгосрочного снижения и надеюсь, что вот эти сигналы, которые я посылаю вам, друзья, вы их уже считали и понимаете, как действовать по этой валютной паре. Американский фондовый рынок S&P 500 5353 пункта сейчас. Очень хорошая рекомендация ранее вышла относительно покупки фондовой секции. Надеюсь, вы воспользовались. Я за идею роста S&P уже к следующему уровню сопротивления 5500 пунктов. И думаю, что мы доберемся до этого уровня гораздо быстрее, чем может показаться. Только за вчерашнюю сессию рост больше, чем на 2%. Доллар канадец уже проговорил. Ждем отчет по рынку труда Канады. Я за слабые показатели, соответственно, за то, что на этом фоне пара сможет воспользоваться фундаментальной поддержкой и обновить локальные максимумы. Нам самое главное сейчас развернуть вот этот локальный коррекционный тренд, чтобы быть более уверенными в том, что тенденция растущая все еще сохраняется. И что касается рынка нефти, 79.24 текущие котировки. Сентимент по-прежнему, друзья, 70% по WTI и 75% по Brent. То есть, если говорить о том, что сейчас делает толпа, она как раз покупает. Это очень странно, то, что котировки демонстрируют восходящую динамику. Должен быть разворот, и вполне возможно, что это может произойти вообще в любую минуту. Я по-прежнему, пока картина по рыночным настроениям не изменится, за снижение рынка нефти. И также я продолжаю транслировать идею, что очень трудно сейчас расти без факта подтверждения эскалации геополитической напряженности на фоне очевидных признаков слабости американской и китайской экономик. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!